Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марини Стик. Сегодня 1 июня 2024 года. Поздравляю вас всех с праздником, Днем защиты детей. Ну и, конечно же, с первым днем первого месяца лета. Желаю всем хорошей погоды, крепкого здоровья и хорошего настроения. А для настроения хочу показать вам наших деток, которые только-только сегодня открыли глазки. И, ребята, это один помет от одной мамочки. Вы представляете, как их много? Давайте попробуем сейчас рассмотреть, ребят, повнимательнее. Почти все достаточно крупные. Есть вот один малыш помелче. Но для такого большого помета это нормально. Есть атласные и неатласные в одном помете. Глазки мы только-только щелочки открыли, поэтому я не особенно хочу сейчас, если честно, брать их в руки и оставлять на них свой запах, так как мама может еще, ну, отреагировать не очень хорошо на такие мои поступки. Я уж на свой страх и риск посадила их в корзиночку от Наташи и Луши с зернышками и яблоками, так как это, в общем-то, запахи того, что они едят каждый день. Помимо того, что сосут маму, мама их, конечно же, еще кормит. Спят они очень смешно на маме, все вместе, дружно, в одном лукошке. Но через недельку они уже станут постарше. Мы с вами можем рассмотреть, кто из них девочка, кто из них мальчик. Сейчас уж не буду я их руками трогать. Все ребята активные и упитанные, потому что помимо молочка мамы, они уже самостоятельно едят и корм, и яблочко, как вы видите. Я его просто мелко нарезала специально для малышни. Вот такой вот детский сад подрастает у нас в доме. И через пару недель ребята будут готовы к переезду в новый дом. К этому времени мы уже сможем определиться, какие у нас детки по типу шерсти. Может быть, кто-то у нас еще распушится. Вот этот ребенок похож, что будет длинношерстный. Может быть, и нет, конечно, не знаю. Атласные почему-то у нас тут бело-сизые. Если выйдут еще пятна рыженькие, то это самки-черепашки. Мама у нас вот такого окраса. А папа у нас сизый с белым поясом, поэтому могут быть и черепашки. Тут у нас уже внуки, правнуки наших черепашек Миледи и других самочек, которые когда-то покупались мной или рождались в нашем питомнике для того, чтобы получить деток черепахового окраса. И вот такая дружная компания подрастает у нас. Не буду пугать детишек, отправляются они к маме с вкусняшками в день защиты детей. Все дети получают очень-очень много вкусняшек, чтобы расти крепенькими, здоровенькими и радовать своих мамочек и папочек. На этом я с вами прощаюсь ненадолго. Увидимся в новых видео. Всем пока-пока и до новых встреч!